Правительство Германии выделит 2 миллиона евро на развитие проектов в области инфраструктуры и энергоэффективности в 18 населенных пунктах Республики Молдова, как в городах, так и селах, расположенных преимущественно в центральной части страны. Выбранные города получат безвозмездную помощь в размере до 150 тысяч евро, села до 75 тысяч в рамках грантовой программы «Социальная инфраструктура и энергоэффективность-2018». Тематика победивших проектов разнообразна. Это и проекты по ремонту детских садов и спортивных школ, благоустройство зон отдыха, а также проекты по мощению тротуаров и установке систем уличного освещения. В рамках этой программы ранее уже были реализованы в общей сложности 210 проектов местного развития в населенных пунктах с населением до 20 тысяч жителей, расположенных в 20 районах на юге и севере страны, на сумму, превышающую 9,5 миллионов евро. Программа была запущена в 2003 году федеральным правительством Германии под управлением Германского банка развития и Фонда социальных инвестиций Молдовы.